Лекции, семинары, учебные будни с перерывами на творческие капустники уже позади. Выпускники Кубанского юридического колледжа получили все необходимые знания и теперь получают заслуженные дипломы по трем специальностям. Мариам Абдуладзе 3 года изучала экономику и бухгалтерский учет. Подробно познакомиться и разобраться с понятиями дебиторской задолженности, активно-пассивного счета, внеоборотным активом, а также оборотно-сальдовой ведомости и другими терминами ей помогали квалифицированные педагоги колледжа и специалисты во время прохождения практики в одном из городских предприятий. Итоги полученных знаний отражены в дипломной работе. Колледж предоставил нам пройти практику преддипломную на предприятии. Затем уже дали время для того, чтобы мы поработали над дипломной работой. Это заняло около месяца. И сегодня мы уже готовы на все. Колледж дал большую базу для того, чтобы уже точно стать на ноги крепко и определиться с тем, что мы хотим. Помимо экономики и бухгалтерского учета, дипломы защищали также по правоохранительной деятельности и гостиничному сервису. Выпускается по 3 группы каждой специальности. Это порядка 70 человек. Тема дипломных работ устанавливает Министерство образования на основании государственных стандартов. И хочется отметить, что все дипломные работы студенты выполнили на хорошо и отлично. Это, конечно, большое спасибо базам практики. В учебном процессе большое внимание уделялось практике и профилю в специальности. Студенты посещают ведущие предприятия города, с которыми сотрудничает Кубанский юридический колледж. Таким образом, они могут выбрать для себя подходящее место работы. 80% выпускников уже трудоустроены и планируют продолжить обучение в вузах. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.